Тема вакцинации всегда вызывает множество споров, причем не только в отношении людей, но и животных. Часто владельцы домашних питомцев долго раздумывают и сомневаются, стоит ли нагружать организм вакциной, так ли она необходима. Севастопольский врач-ветеринар с 25-летним стажем Игорь Адрузов уверен, что прививать кошек и собак нужно обязательно. Иначе вот эти вот активные вирусные болезни, что кошек, что собак, они могут привести к тяжелейшим заболеваниям, которые не всегда возможно даже успешно вылечить. Либо останутся последствия, либо, возможно, даже трагические. Какие в первую очередь нужно сделать? Ну, для собак это, например, от чумы, энтерит, гепатита, паровирусного энтерита вот, и так далее. А для котов это инфекционный ринотрахеит, хламидиоз и калицивироз. Прививать животных ветеринар рекомендует, начиная с 2 месяцев, а потом регулярно повторять эту процедуру на протяжении жизни. Отдельный вопрос в последнее время вызывает вакцина от коронавируса для животных. Вообще, может ли собака или кошка заболеть COVID-19? Здесь вопрос на стадии изучения. Окончательных данных, что животные именно болеют, и что самое главное, что они заражают человека, это как бы еще до конца не изучено. Таких достоверных данных, что наша кошечка или собачка заразит нас вот этим вот коронавирусом, COVID-19. Таких данных нет. Что касательно коронавируса именно животных, да, болеют и котята, и кошки, и собаки. Но у них свой штамм. Этот штамм не опасен для человека. В Севастополе прививку от животного штамма коронавируса сделать можно в некоторых клиниках. По мнению Игоря Адрузова, наиболее высокие риски заражения у породистых щенков. Особенно, если они растут в питомниках и много контактируют со своими сородичами. Окончательное решение о прививках, конечно, принимают владельцы животных. Однако нужно помнить, что мы в ответе за тех, кого приручили. А потому внимание здоровью наших питомцев нужно уделять не меньше, чем своему собственному. Ксения Богинская, София Драговоз, Александр Устич, Севинформбюро.